Прошлый год был достаточно тяжелым для некоторых предприятий и малого бизнеса. В связи с этим для субъектов малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, предлагается внести добровольный специальный налоговый режим в виде уплаты розничного налога в размере 3%, который будет действовать до 1 января 2023 года. Данный специальный налоговый режим рассчитан на 2 года, в рамках которого налогоплательщики освобождаются от уплаты НДС и социального налога, и вместо 10-20% за корпоративный и 10% за индивидуальный подоходный налог компаниям и индивидуальным предпринимателям надо будет уплачивать альтернативный розничный налог в размере всего 3%. В этом году налог на имущество и земельный налог были объединены. На 2 вида налогов подается 1 декларация. Теперь жильцы, проживающие в многоэтажных домах, освобождены от уплаты земельного налога. Кроме того, разработаны принципы всеобщего декларирования, состоящего из нескольких этапов. Внедрение всеобщего декларирования определено в 4 этапа. На первом этапе с 1 января 2021 года обязаны декларироваться государственные служащие, лица, приравненные на выполнение государственных функций и приравненных к ним лица, лица, на которых возложена обязанность в соответствии с конституционными законами Республики Казахстан и их супруги. Декларация об активах и обязательствах предоставляется на бумажном носителе не позднее 15 июля 2021 года. Отметим, декларации, заполняемые по внесенным дополнениям и изменениям в законодательство eslh.gov, можно сдать онлайн через сайт. Муслима Асхатова, Табысбек Усен, Бауржан Смагулов, Шокан Таукиев, Кокчи Ахпарат.